прибавилось. Вы готовы, Михаил? Все, да? Я думаю, мы от 3 часа вместе в минуту сможем начать. Сюда, начинаем. За тобой. Можно? Да. Скажи, главное. Запомнили, что вы хотите мир стиля, поставим маленький знак. Итак, все подходим сюда, делаем вот так. Итак, у кого там очень дорогой маникюр, девочки? Прикольно. Диана, большой палец скажи. Большой, что ты говоришь? У меня на остановке. Так. Ну, хоть что-то.
Хорошо. Видишь, палец у тебя, видишь, лишку тебе. Давай лучше пальчик. Или что это называется? Так. Мизинцы, подходим, мизинцы. Все. Прости. Давай, а что, и большой, и мизинец? Так. А можно так поступать? Давай сюда, Никита. Давай мне пальчик. Юля, только твой мизинец. Большой пальчик идет, красивый. Ола. Снимай мне большой. Так, еще большие. Мизинцы. Ого! Давай, поменяйся с курсом. У тебя уже не вон, а ты в теме. Как вы, наверное, поняли, это не кружок. Так, еще мизинцы. А такой, скажем, клуб по интересам. Добро пожаловать, мы развлекаемся. Все большие пальцы накрашены. Так, все сделали вот так. И хорошо скипит. Здравствуйте, друзья. Здорово. Мне кажется, вы слегка напряжены и вам нужно расслабиться. Чтобы попасть в наш коллектив, вы должны каждой частичкой своего тела чувствовать нашу эстраду. Как вы знаете, наш мир – это большой котел, в котором бурлит и кипит жизнь. И чтобы попасть к нам в коллектив, вы должны в следующем конкурсе отыскать и вкусить запретный плод. Михаил, мне нужна ваша помощь. Я больше не готов. Виктория Дмитриевна, что? Кто будет открывать им мир? Первый вкушает запретный плод. Они будут помочь мне это делать. Итак. Ну что ж, как вам уже сказали, вы должны в этом... Я попробую... В большом котле, в котором бурлит и кипит жизнь, найти что-то съедобное. Найти плод запретного джаза. Как говорится, СССР джаза не было. Расскажи, что ты чувствуешь. Да, и говори о своих ощущениях. Там может быть и что-то другое. Хорошо. Это кисель. Он очень вкусный. А надо что-то забрать? Доброе, есть что-то. А кисель нет? У тебя все получится. Что-то я тоже захотел бульончиков. На дно, на самое дно. У меня рот маленький. Это конкурс для твоей души, не для твоего рта. А можно помочь? Что с ним? Рукой. Да. Ну, давай. Вот оно, что там. Все. Есть контакт. Молодец. Следующего видео. Настя. Следующего видео. Ну, иди, Сарьяна, иди. Давай. Позвольте вам помочь. Сюда. Волосы прикрепляйте. Держите, а то еще... Ясно. Вы пришли, как сами будете. Вот он бульон. Вот он самый. Тебе нужно ртом достать. Пожалуйста. Мы верим. Там ничего живого. Не переживай. Ну, Сарьяна, молодец! Молодец! Где аплодисменты? Молодец! Ребята, не шалите! За спину! Мы уклоняемся! Можно коленочки встать? Пушники отбираем.
будьте так добры, соберитесь, пожалуйста, все рядышком, чтобы я вас всех смог видеть. У меня есть очень хорошие друзья, с которыми я познакомился в университете. Они знают, что такое нагрузка, что такое сила воли. И как деньги отбирать тоже знают. Нет, они не такие. Они вас научат. Они вам помогут стать теми, кто всегда будет выполнять домашние задания, кто будет приходить на все пары и выдерживать все трудности. Знаю, они иногда бывают немного грубоватыми, но поймите, они сделают из вас хороших людей. Ну, друзья, начинай. Давай. Салатин, становись! Быстрее все в шахматном порядке. Девочки впереди, мальчики сзади. Все ясно. Сюда. Сюда. Глубокие руки, шагнули, спеши, спеши. Сюда. Ну давай, братан, я вас за тобой. Сейчас мы будем приседать. Но приседать мы будем не все вместе, а по очереди на определенный. Раз, два, три. Вот такая же тоже. Вы на первую, вы на вторую, вы на третью. Никита, ты барабанщик, поэтому будешь на пятую. Свинковать. Раз, два, три. На что? На И. На И? Понятно. Ясно. И.
Давай, аккуратно. Все, не переключайтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
людей, и я позволил им остаться такими, какими они хотят быть. Спасибо. Я вас очень хорошо понимаю и уважаю. У вас правильная совершенно тактика, методика. Молодец. Товарищ профессор. А еще я бы хотел выразить благодарность нашему товарищу-кинологу за то, что вы это фиксируете для будущего документального фильма. Молодец, Степан. Спасибо, я тронулась. Вам спасибо, спасибо большое. Как, конечно, конечно, Марат, все нормально. Без проблем. Умотаем все. Мы их забираем в джипе. Что такое происходит вообще? Я не понимаю вообще. Приходится быть гопником, хоть ты и стиляр. Смотрите, кто у нас здесь. Ой, что такое? Отойдите от телевизора. Мне его прислали по почте, сказали, что это новая разработка. Пожалуйста, отойдите все. Отойдите, соберитесь, все должны это видеть. Я попросил его подождать. Сейчас мы наладим связь, и с нами сможет поговорить этот человек. Как его зовут? Гуру нашего отделения. Похлопаем нашему гуру! Давай, тишина! Тишина! Катерина Юрьевна, вас не желаете? Это выпускник 2016! Тут как бы что-то на прямой трансляции к вам обращение. Тихо. Звук-то есть? Прямая трансляция. Есть. Товарищи. Да. Минутка внимания. Мы здесь. Михаил, там нормальная связь? Да, все нормально, мы вас слышим. Друзья, я хочу сказать вам кое-что очень важное. Я точно знаю, что вы перспективные творческие единицы. И что вы делаете новый шаг в своей жизни сейчас. Поэтому я с вами общаюсь. Дело в том, что я человек из будущего. И новый мир не такой, как ваш. Сейчас вас делят на различные субкультуры, какие-то группы. В будущем ничего этого нет. Все мы имеем одинаковые права, одинаковые свободы. Свобода выбора, свобода творчества, ну и так далее. Вот. Дело в том, что чтобы обрести это в будущем, в своем будущем, ну, вы должны кое-что выполнить. Вы должны бороться, должны трудиться. Ну, ничего не поделаешь. Поэтому вам поможет наша клятва, которую в свое время я когда-то произносил. Я еще не умею пользоваться этой штукой. Слова. Нужно будет после каждого пункта говорить. Ленемся. Слышали? Надеюсь, все понятно. Михаил, как вы думаете, им там всем понятно? Да, им понятно. Наведите порядок и приступим. Понятно. Он не пришел. Повторяем за мной и говорим, клянемся. Слышно, нормально? Да, связь хорошая. Да, мы вас слышим. Говорите, Вячеслав. Я студент отделения музыкального искусства эстрады, торжественно клянусь. Я... Нет. Будь предан. Не перебивайте. Делу эстрадной джазовой музыки, а также отделению колледжу. Клянемся! Соблюдать триольную пульсацию с акцентом на слабую долю. Клянемся! Быть честным, ответственным и справедливым, как завещали в свое время всем нам известные Чарли Паркер и Джако Пастериус. Клянемся! Обнимать при встрече староста. Клянемся! Уважать талант и несомненную отдаленность каждого. Клянемся! Своевременно телефонировать педагогу о возможном прогуле. Клянемся! Ну и стараться быть лучшим среди лучших. Клянемся! Ну, а мне остается только поздравить с вступлением в ряды джазовых музыкантов. Слава, не уходи! Давай сфотографируемся, мы так давно Чего? Не виделись. Да, фото. Ну, вообще-то мало времени. Ну, давайте. Все сюда, все собираются вокруг тебя. Все вокруг Вячеслава. Скорее. Быстро. Сейчас пропадает, поэтому все должны фотографировать. Давайте. Внимание! Алис. Улыбка!
торопится. У тебя же время ограничено, товарищ. Ты же торопился. Да классно, Слава, классно. Вообще классно, супер. Ну, все, достаточно. Спасибо. Спасибо. Пока.